Неважно, где ты, Мексика или Майами, парень из России или унесен ветрами, турист, посещающий жаркие страны, или бизнесмен-охотник на Манихане, периферия родины, центр столицы. Мы создаем настроение и готовы поделиться, взамен получая смайл на ваших лицах. Это супер игра, и она тебе не снится. Лучшие из лучших на мексиканской вилле. Супер игра, лови нас в эфире. Hola, amigos! Всем финалистам вопрос. Если бы вы были на обложке журнала «Стархит» и про вас написали большую статью, как бы вы ее назвали, Андрей Малахов? «Победа по головам», «Уш на сковородке», «Голубой дрозд», «Я легенда». «Я легенда», отлично. Нет, я бы просто скромно написал бы: поклоняйтесь мне, пожалуйста. А как бы статью про Демида ты назвал, Вал? Про Демида? Просто про Демида. Демид, если ты на обложке «Стархита», популярного журнала. Только победы. Нет, на обложке только Демид. Голубая устрица. А не там «Золотой дрозд». Как бы ты сам назвал статью про себя? «Голова гей-кружка». Так, спасибо за варианты, сейчас вы предложите их. Давайте дадим. Если честно, не знаю, не задумывался об этом. Ну да, «Путь к победе», «Я и мои женщины». «Всегда говори да». «Всегда говори да». Да. Чего? Третий раз тренинг анекдот. Ну, что со вариантом, Рома? Да мы сидели с Демидом, ржали. Я говорю: чувак, честно говорю, если ты не выиграешь, это просто будет анекдот из серии. Типа, сидит папа и сын. И сын такой: папа, папа, а правда, что Демид поедет на новый сезон и выиграет? Нет, сынок, это фантастика. Прости. Хороший настрой. Демид, а как бы ты статью про Вэлла назвал? Если бы Вэлл был на обложке, а ты был бы со-редактором. От Володи Никольского к клизме. Как-нибудь так. Путь развития. Интересно так, под ковром. От клизмы к Володе Никольскому и обратно. Вот так можно. Клизминг. Нанотехнологии в шоу-бизнесе. Ну, не знаю. Окей, хорошо. Ну, пошли, я думаю, дали Андрею повода подумать, стоит ли хоть кого-то из вас брать на обложку. Я предлагаю вам друг другу задать по вопросу, если вы хотите, на самом деле. У меня нет вопросов к Вэллу. У меня есть вопрос к Демиду. Не один. Вэлл, как ты считаешь, кто он достойный победитель? Какими качествами он должен обладать? Победитель должен отвечать за свои слова. Должен быть честным со своими товарищами. А с нетоварищами? С нетоварищами — это игра. Хорошо. А вопрос, допустим, благородства? Честь, достоинство. Не тебе говорить о чести, о благородстве. Почему? Мне говорить о... Вэлл. Хорошо. Не, ну, я тебе сейчас могу. Это вопрос тебе... мне, да? Я тебе могу... Мне ли говорить о чести и благородстве? Не тебе говорить, Вэлл. Я не хочу сейчас приводить кучу примеров, когда ты говоришь одно, а делаешь другое. И я называю это ложь. Я, в отличие от тебя, делаю это намного реже. Потому что ты... Даже есть поговорка... Мерзкий, скользкий, Вэлл Никольский. Про меня такого не... Нет, там хитрый, скользкий. Мерзости хитрый... там не было. Хорошо, хитрый, скользкий, Вэлл Никольский. Понимаешь, поэтому вот от кого угодно из здесь сидящих я готов такие вопросы как бы выслушивать и отвечать на них. Но только не от тебя. Ах, этот бандит Резин Демид. Ладно, я скажу так. Все, что ты сказал, это набор просто каких-то слов. Вот я вообще ничего не понял. Да ты сам по себе ничего не понимаешь. Ты каждый раку сидишь и корчишь из себя дурачка. Ты шут, Вэлл. Друзья, я вас еще раз поздравляю с тем, что вы двое оставшихся финалистов, двое претендентов на главный приз. Завтра испытание. И завтра финальная, волшебная, неожиданная, прекрасная праздничная церемония, на которой мы ответим на наш главный вопрос. Кто же чемпион суперигры «Каникулы в Мексике»? Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо вам за ваши ответы. Мексика пари! У нас два финалиста. Вэлл Никольский, Демид Резин, Таир Мамедов. Суперигра завтра. Главная интрига будет разрешена. А сегодня веселимся, отдыхаем. Всем бассейн! Как тебе рак? Как я отвечал? Хорошо, но тебя так немножко подсаживали. Ну, я думаю, что Демид победит. Нет, будет что-то, не может так быть, это слишком просто. Что-то у меня голова болит.
Мне адски болит башка. Не праздновать ничего не хочется сейчас снизу. Просто лечь спать, завтра проспать весь день. Потому что еще какое-то испытание. Угу. Тимур просто. Просто. Да просто телку за 300 тысяч. Было очень тяжело вообще, потому что голова болит. Да, я очень... за сегодняшний день устал. Знаешь, единственное, что было не прикольно, потому что ты же претендент, ты достойный человек, а ты как бы пытался подсадить Демидова. Он как бы отвечал только на свои вопросы, и тебя там сначала не затрагивал. Ты сразу начал, ну... Демид, чего сейчас обалдел? Ты видели его настроение? Я скажу так... Well. Дема. Ваня? А. Завтра должен землю жрать, но выиграть этот голос. Неважно как, каким способом, но ты должен завтра выиграть, если это будет голос. Это будет... Бей его в нос, в ногу, не знаю, в лицо. Что хочешь делать, не, но выиграть. Не, его дисквалифицируют. Вэлла. Во-первых, даже просто по голосам, да, неизвестно, что завтра будет, побеждает Демид. Да. По голосам, да. Прикинь, новый выход. Да, вообще. Прям, хватит да. смотреть вместе на нас. Да. Бойся, выходи сюда. Хватит смотреть своими глазенками на меня. Глазенками? Не бойся. Да вы Демиду. Сзади две стены. Тебе некуда идти. Не бойся. Клево, слушай. Не бойся! Прикольно. А чего грустно такие? Вау! Все я очень утомилась, я устала. Ну, такой томный оракул был. Да, Вэлла, на самом деле, как бы это был твой бенефис, на мой взгляд. Блин, реально, извините, что как бы так мы с тобой это, я не могу рамсили. Потому что ты заступница все. Я не заступница, я хороший, ну серьезно, я хороший. Ну посмотрим. Ну в жизни будем общаться, посмотрим. Тимур, как ты сегодня за иммунитетом бегал, ты со стороны был так. Тебя же слышишь? Бегаешь эти стаканчики, собираешь. Я до конца боролся, а что? Как бутылки собирать. Да? Серьезно, козлина ты вот. Козлина. Ты это там не сделал, я. Ты не там... довела. Тебе за все сегодня, за то, что ты сегодня бегал. Шкафы все. А чего? Ну как бы все борются, как бы, ну в любом случае нам нет, бороться. Это ржачно. Вы посмотрите, мы вот так как мы угорали. Ну ясно хрена, что вы угорали. Демид. Мы все как таракашки вот так в разные стороны, понимаешь? И смотрю, Настя, думаю, да ну Настя опять, короче, да, вы, да, взяла, да. Вытащила. Реально жестко. Как ты вообще умудрилась? И смотрю, Настя, думаю, да ну Настя опять, короче, да, вы, да, взяла, да. Вытащила. Реально жестко. Как ты вообще умудрилась? Ты знала, так она с собой таскала бумажку. Я с собой таскала иммунитет. А, и просто стакан взяла? Да. Мы вас разыграли. Мы с утра бегали. Вот вы козлины, вообще, как вам это удалось? Мы с утра встали пораньше. А вы говорили, что типа, вот, нас прикалывали, ребята. Чтобы им, да, короче? Да. Так я предупреждала. Нет, так жестко. Как вам вообще, кто вы это вообще придумали? Простаканы придумала я. Прятать стаканы. Хотели их еще больше, просто стаканы. Стаканов 50 по всей Вильне. А как вы успели-то расставить? Она в один конец бежала, я в другой. Вдвоем? Да. Вы все это все замутили? Да. Письмо писали мы. Письмо составленное, да. Прикинь, накололись, да? Вот вообще круто, кстати. Это самый лучший прикол. Прикиньте. Не, вы встали. Фига, чувака там прям, как бы, в джакузи. Слушай, с маской, честно, я, вот реально, джакузи. Да, я тебе пожму, слышь, пожму руку, реально, знаешь за что? Я честно, вот когда Настя сказала, типа, Вэл, так сыграла, я реально верил ей. Я даже не мог, прикинь. А я как еще... я со слепухой сыграла, тоже верили? Ну, надо просто. Блин, нифига ты актер, оказывается, Настя. Шкет. МХАТ по мне плачет. Шкет. Блин, шкет вообще жесть, жопа.
скажу, что вот я сегодня к Снегу подошел, спросил, как ты считаешь, стоит ли мне подписывать этот чек? Она начала говорить о Демиде, восхвалять его, как он достойный. Какие-то ярлыки мне вешать, да? Нонсенс. Был забей, это зависть. Вот это шизофрения какая-то полная. Мне кто зависть. Зависть к чему? Что ты сидишь там, а она по другую сторону баррикады. Оскорбил. Или Настя так? Тоже, да? Настя. А он даже не взял... Но Настю даже не взял в команду Демид, да? Понимаешь? Это же Настя выдрала волосы у подруги Демида. Понимаешь? Ну... А Тимур? Ну вот. Ну пусть поют, что вы разделяете? Полная суть логики вообще. Почему эти люди за него голосуют? Что мы баррикады построим сейчас? Да. Тебе чего? Она пусть поет, но это будет смотреться, что я с тобой. 300 тысяч или еще. Так, не ходи что туда. Солидарь. Не, ну что, пусть они там просто поют. Не, что он там поет? Для кого они там поют? Для Насти и Оли? Или что? Это тоже такая странная. Вот какой резон Насте голосовать за Демида? Не понимаю. Она сказала, что никогда не проголосует за него. Проголосует за Олю, допустим, но она будет голосовать за него. Снег, она в любом случае проголосует за Демида. Такие дуры вообще. Демида... Я просто реально не... я могу Демид... всех понять. Я не понимаю Снежану. Когда я пришла, она реально тут чуть ли не плакала от нее. Она плакала. Он доводил до белого коленя. Он ее проституткой называл. Хоть на шопинг Тимур дал денег. Вещи прикупить. Я последнюю ночь буду жечь. Улоты дог заут. Слушай, меня доходит, я такая иду, говорю всем, она меня смотрит и молчит. Снежана на меня обиделась. Что? Ты с первого дня говорила, что она... Это так смешно. Она думает, я ей... Вот вы меня не слушаете, блин, а я сразу вижу. Я сказала просто факт, что тех-то она простила, почему Вэлла не простила. Вот если бы нас Тимур не вымел бы, то или ты сидели сегодня на лавочке? Если вчера парни бы не затупили с той команды, вместо Вэлла бы сидела я. Если бы Дараколом час не выносила Тимура мозг, он бы хрен бы что сделал. Просто я по жесткой схеме. Если вы это увидите... Это мы слышали. Все слышали. Как я орала? Да. А что, я орала, не слышишь? Не слышишь. Да, давай бабки! А, он кричит, ты что, из-за денег? Я говорю, да, из-за денег. Я говорю, что, ты не понял, что ли? Не-не, было слышать. Ты ему говоришь, да, только мы уже ушли. Да? Что-то он нам тебе отвечает. Нет, он говорит, ты что, из-за бабок? Типа, говорю, конечно, из-за бабок. Я говорю, конечно, да, для чего, типа, тут сидели мы все это время? Нет, он зато говорит, он... Типа, может, я забрал красиво сделал чек, типа, для не согласен? Денег? Я говорю, да, что ты отдал мне деньги. Серьезно, ну, неправильно? Он очень красиво поступил. Очень. Он нереально красиво. Он поступил. Хотя бы исправил все свои... Ему я дальше, он артист. Ему дальше работать. Он говорит, этим поступком... То, что я там говорила? Спасибо за 10 тысяч долларов. Спасибо за то, что у вас есть 10 тысяч долларов. Не, ну, во-первых, он сам себе сделал лучше. Он реально поступил. Он столько нагадил, что он поступил хотя бы перед людьми, которые... Вот я пойду сразу в Китай как раз. Там куплю вообще столько шматья на 300 косарей. На самом деле он, можно сказать, вам дал даже не по 10 тысяч долларов. Можно сказать, что он вас оценил в 5 миллионов. Потому что он отказался... О, как молодец. Тим, какой у меня умненький! Тим! Ну хватит, Серегу, что ли, там доводить? Серег. Это что? На самом деле, ты не по 10 тысяч долларов. Восхищается тобой. Ты отказался реально от 5 миллионов. Ради дружбы с нами! Это нужно было выиграть. Ты представляешь? Чувак, то, что ты сделал это на 5 миллионов. Чувак, ты представляешь, ты сказал, забирайте 5 миллионов, но я возвращаю своих друзей. Ребят, а вы не верите, особенно вот она. А эти 600 тысяч, это просто... Ты что, из-за денег? Да, из-за денег! Это просто будет утешительным каким-то таким призом. Давайте действительно выпьем тост за деньги, да? В этом нет ничего плохого. Чтобы эти деньги были во благо. Да ладно? Вот их можно как можно было больше. Есть вещи поважнее! Ну реально. И это не деньги. Да. Это отношения. Это любовь. И взаимоотношения. И творчество. Конечно. Взаимопонимание, да? Да. Добро. Давайте выпьем за то, чтобы мы после каникул все самореализовались. Обязательно. Да. Все. Да, да, да. И радовались успеху каждого из нас. Давайте. Давайте. Знаете, в любом случае, как бы завтра не закончилась церемония. Слушай, как бы.
Ну, меня все волнует вопрос. Нет, в любом случае, как бы она закончилась, не закончилась. В любом случае, как бы я буду безмерно счастлив. Что закончилось? В Москву. Я так хочу телефон, я просто, вы хотя бы, кто-то хотя бы брал его. Я вас, конечно, очень люблю, господа, но как вы меня достали? Ну, слушай, ну я знаю, но мне уже плохо. Ладно, я интуитивно просто, хорошо. А если просто раньше я проходил проект, мне, например, понравился мальчик. Я ходила тут весь проект все равно, мне кто-то нравился, а тут мне было тяжело. Я не понимаю, почему Вэлл не подписал чек, Снежан. Подписал чек, да, он что... не подписал, потому что он слишком явно говорит о том, я могла бы подписать хочет. Чек. Он... Я хочет. Подписала, не без проблем. Я скажу а так. Он постоянно кричит, победить. Он хочет победить, он хочет победить один. Я неоднократно доказывал, что вот сколько это было мини-финалов, да, я мог выиграть разные суммы. Вэлл, он умеет проигрывать, ему нужно выиграть, поэтому он не был. Ну, такое предложение? Деньги либо да, победа? Пожалуйста, ставьте это мне, это Сережа. Ну как это? Но если сделали правила, надо было голосовать не за меня. Ну, давайте что, ты же понимал, кого я уберу? Тебе сказали четкие правила. Ты должен выбрать человека. Это были друзья. Вот здесь я не могу поднять тост за Снегу, потому что она посчитает, что Вэлл это обещал. Стоп. Ну если бы я к тебе подошла и взяла тоже обещание, я же не подходила. Почему? Вэллу честно сказал, что я буду голосовать против коты, не знаю, как это будет. А я не могу поднять. Ну хорошо, а мне кого надо было забрать? Окей. Тиму? Нет, твоя. Это твое. Это твое мнение еще раз. Конечно, я Тиму бы не забрала. Ну, ты хотела забрать. Я думала об этом, может, у меня были в голове, но я сделала так, как хочу я. Да. Ну, она просто, когда была на церемонии, она несла полночь уже, извини меня. Да? Я хочу, чтобы ты победил, нет. Но мне не нравится Рома. Я говорю, черт, а кто я вообще здесь? Он подумал, что у меня был сговор с Тимуром, с вами. Короче, был... короче вот да, так. Мы-то здесь при чем? Вэлл, ты параноик, ты в курсе? Я? Слегка. Я искренне я надеюсь, что Денис завтра что... выиграет. Я тоже параноик, да. Но ты да. Очень сильно параноик. Он знает. Спасибо. А давайте выпьем за классного пацана Рому. Спасибо. А, не понимаю, почему тебя ненавидит Катрин. Я, может быть, не я знаю. Не сказала, я не смотрел ни одного с тобой такой... выпуска. Я не говорю такую не фразу ненавижу. Я тебе сказала факт, который мне не понравился. Все, ну, просто... после этого я взъелась. Я никогда не говорила, я ненавижу Рому. Ты можешь смело как бы... Я говорю, что я тебя обзывал. Ну, нет, тебя нет. Тебя я говорил, что я не понимаю, почему ты. А потом, когда... Прикинь? Самый ключевой момент стал, когда ушла снег. Приехать. Тогда все, мне просто вот так вот. И простите, да, вас я двоих. Я даже в тот момент про Вэлла плохо не сказала. А я говорил. Меня сегодня оскорбляли целый день. А про меня-то почему? Что? Я снег? Ну, не знаю, мне было просто... Между честно, Аминой честно, и у меня, снегом? Нет, ну честно... У меня был такой У меня да? был негатив, не, да, я сорвался, у меня был срыв. Да, нет, ну, по поводу того, что я к тебе сегодня Я могу сказать, я никогда не оскорблял, я в принципе не оскорблял. А оскорблять тебя нет, я... Я скажу больше, что нет. Сегодня не прозвучало ни одного моего вопроса. Мозг, твое рассуждение. Говорил о том, что ты не видишь всю картину, не видишь в силу этого, ты делаешь выводы необъективные. Понятно. Ладно, это, опять же, моя точка зрения. Да. Знаешь, как я пришла в такой момент, я не могу внедриться в то, что у вас было тут все. Я вижу то, что я вижу, я могу спросить у своих подружек, они мне скажут свое мнение. Mm-hmm. Я делаю вот только честно, такие расклады. Честно, я даже не верю, что я все. Ты выиграешь претендентов. А я тем более, поверь. А мне кажется, знаете, в чем еще может быть прикол? Чудеса. Что все не верят и зритель не я верит. Я скажу так, я надеюсь, что 9% не верят в том, что у меня есть вообще шансы победить завтра. Верю, то, а то, что здесь оказался вот в финале при раскладе, который был, когда я приехал, да, ну, это везение. Так, получилось, что ты ушла. Потому что именно тебя, я считаю, как бы считал главным конкурентом здесь. Извини, конечно, как бы, но твоя вот эта вот любовь народная, да, как бы действительно подкупала. И поэтому как бы я играл против тебя. Сори, конечно, но... Сейчас. Будешь? Как есть. Сейчас. Ну, а блин, если бы я не ступила, все бы по-другому. Да. Я ступила. Я уленя. Ты сама ступила. Адский. Я смотрю, как она могла так ступить? Как? Как? На церемонии, когда Амина ушла, она адски ступила. Да. Совершенно Рома? Метушу. Рома. Нет, ты такая... Ребята, Рома всегда! Не открыт, я по-честному. Я вообще не знаю, что Амина там была. Да, давайте все забудем. И сказали. Идите. Ой, пошли. Амина. Аминка, Аминка, возвращайся. Амина сказала, хорошо, да, примерно типа. Она все равно сделала по-другому, даже типа Тима там. Ты куда? Ты мне жаловалась на них всех, я когда я пришла. Я не жаловалась, нет, а жаловаться ты посмотришь серии, нет.
ты мне именно жалуешь, оскорблял тебя тот. Я сделала свой вывод, и поэтому... Я не жаловалась никогда. Я тебе клянусь, ты мне рассказывала, какие они плохие. Хорошо, ты просто мне рассказывала, не жалуешься, окей. Ты мне рассказывала, какие они плохие. Это факт, это ты покажет. Ты спрашиваешь, я говорю, слушай, ну это да, такой, есть такой момент. Это такой-то, вот, вот, так. Вот они делают сейчас тут. Я-то пришла, я делаю свой это вывод. Это твоя картина мира здесь. И я пыталась обнести свою лепту со своей стороны, как я это и вижу. И ты мне собрала всех. Это... Вот Рому, Олю, Настю, Тимура, Арсаба. Ты про них говорила, что они там говорили, как они играют и так далее. Мы с тобой разговаривали об этом. Ты мне говорил, Оля, ты меня обсирала. Оля, Рома, Тимур играют. Да. Рома играл, да. И он об этом знает. И про Тимура говорил. Ну, и что ты мне знаешь, что я не понимаю. Вот я, например, такой человек. Да, ну когда я такой человек, я, например, я о тебе сужу по себе. И это нормально. Соответственно, я не понимаю, когда ты сейчас приходишь, ты со всеми. И потом гонишь на Беллу. А Белла не сделала ничего плохого. А Белла знает, что он сделал сегодня. Он знает, хорошо, что он делает сегодня целый день. Если слово про оскорбление, то тебя и другие оскорбляли. Но ты это прощаешь. Он оскорбил тебя прощаю. Один раз. Я не прощаю. Ты не слышала, что здесь было? Ты не слышала, что я здесь была? Как я здесь билась? Я тебе могу сказать, если я тебя сегодня обидела, извини, Снежа. А я могу тебе сказать, я тебе хотела сказать, что тебя все оскорбляли, но ты об этом забыла. Я не забыла об этом. Ты говоришь так. Нет, и если на сегодняшний день я вижу нескольких человек, кто стоит в финале, и из этих нескольких людей я пытаюсь... Я точно не твой брат. Я уж точно. Охлани? Да. Ну, в смысле, ты говоришь, что ты там меня задела. Я сказала факт, я не понимаю тебя. А зачем? Тебя. Как понять? Я не понимаю тебя. А меня не обижает про улыбку там что-то. Меня не обижает то, что меня человек будет и орет на меня. Меня обижает, что там кто-то что-то говорит про чечетку, там про пятки, про заику, что-то еще. Когда я и так припираюсь не с девочкой, а с мужиком. И ты начинаешь влазить туда? Нет. Что? Что? Я одна я не понимаю. Мы не толпой понимаю. Разговариваем с ним. Слушай, тут я все одна Блин, нифига, Слусир, вообще, блин, вообще, да. Ма! Сердечки, клево, круто, ребят, последний день. Бумс, это все для тебя. Да ладно. Клево. Она теплая. Thank you.